20 апреля в Институте геологии и нефтегазовой технологии Казанского федерального университета состоялась встреча выпускников. Два года решили такую, значит, запустить систему, чтобы они все приезжали в один день. Они приезжают в конце апреля, кто-то в конце мая, там, в начале июня кто-то приезжает, да, по-разному приезжает. Вот, а мы решили, что вот давайте в один день, чтобы они встретились все вместе. Потому что, это, знаете, вот выпускники – это наш главный продукт. Когда-то все те пришедшие тоже, как и нынешние студенты, сидели на лекциях, зубрили предметы и ездили на веселую геологическую практику. Все это они с большим трепетом в сердце вспоминают изо дня в день. Я работал и учился. Сидел всегда на в первом ряду, чтобы можно было поспать. Преподаватель всегда же смотрит на Камчатку, а здесь можно похрапеть. Я просыпался от того, что сзади хихикали надо мной. Я, значит, увидела змею. Я не знала, как себя вести. Мне говорили, что как там надо это самое, не бежать, ничего, да? Но я, конечно, во все лопатки несла и боялась даже оборачиваться. Они еще, мужчины же там смеются над это сам девушками, говорят, она к вам ночью приползет. И я всю ночь сидела как на пороховой почке. Я училась, практически была одна девочка, допустим, математика. У нас было там в понедельник первая пара, и которой, ну, очень сложно приходить, особенно общаговским. В общем, ребятам все, приходишь, и преподаватель всегда заходит, говорит, ребят, здравствуйте, Галина, здравствуйте. То есть это вот у нас была такая традиция. Не обошлось и без погружения в историю геофака. Гости вспомнили всех ее директоров, отличившихся преподавателей, известных выпускников. Они увидели старые фотографии, видеозаписи из архива. Нынешние студенты института подготовили для гостей зрелищный концерт и рассказали о достижениях «Альма-Матер» за последние годы. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.